Магадан поучаствует во всероссийской акции «Народный кинопоказ». Этот проект Российского союза молодежи и студии «Военфильм». Организовали его, чтобы устроить массовый и бесплатный показ художественного фильма «Подольские курсанты» до 1 мая 2021 года. Кинокартина повествует о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Цель самого проекта – рассказать молодежи о героизме советских солдат в годы войны. Показ состоится в кинотеатре «Горняк» 23 апреля. Начало 14 часов. Вход свободный.